Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info, перед нами Samsung Galaxy S22+, и в этом видеоролике мы вам покажем, как перекинуть файлы с нашего Samsung на какой-то другой телефон и обратно. Есть вообще два варианта. Сперва мы вам покажем такой довольно-таки простенький вариант, для которого не нужны никакие посторонние приложения и который работает, в принципе, неплохо. Для этого мы открываем какой-то файл. Для этого мы можем зайти, к примеру, в приложение «Проводник» или «Мои файлы», можем зайти в галерею. Давайте зайдем в «Мои файлы» и что-то попытаемся отсюда отправить. Выберем, у меня есть какие-то загрузки? Нет, загрузок нет. Давайте посмотрим, что у меня по фоткам. Давайте просто выделим какие-то фотки, к примеру, или можете любые файлы выделить. И нажимаем «Поделиться». Дальше здесь среди всех функций ищем пункт «Обмен с окружением». Он, скорее всего, где-то здесь должен быть, хотя не факт. Там был какой-то пункт «Быстрая Ага, вот есть здесь, смотрите, «Обмен с окружением». Не сразу его заметил. И нажимаем «Включить». Это работает в основном между андроидами. Поэтому ждем. Сейчас на этом левом андроиде должно прям сразу появиться пункт, что нам кто-то предлагает что-то скинуть. Если у вас такого не появляется, а это тоже довольно-таки вероятно, вы свайпаете дважды... свайпаете дважды вниз, чтобы войти в панель быстрого управления нашим телефоном. Вот такой вот. И здесь листаем в сторону. Ищем здесь обмен с окружением. Возможно, у вас здесь его не будет. Нужно будет нажать на карандашик. Или справа сверху у вас будет такой вот значочек. И здесь перетаскиваете себе обмен с окружением. Нажимаем на него, чтобы он горел синим цветом. Нажимаем «Включить». И ждем, надеюсь, сейчас устройство увидит друг друга. Они, кстати, увидят друг друга по Bluetooth. Также сейчас мы вам покажем, как это сделать, к примеру, если у вас один телефон Samsung, а второй Android, или если у вас эта функция не срабатывает, покажем вам прям 100% вариант. Смотрите, у меня сейчас фотки вот перекидываются, и, в принципе, все сработало, не так ли? Сейчас давайте, вот фотки довольно-таки быстро перекидываются. Перекидываются они по Bluetooth, так что никаких проблем у вас с этим не будет. Ага, у меня выскочила какая-то ошибка. Почему? Не знаю. Давайте сделаем еще одну попытку. Если... Ну, давайте не будем делать попытку. Выскочила ошибка. Окей, что делать в такой ситуации? Для этого нам нужно на наш Samsung с Play Market скачать приложение Files или Google Files. Это официальное приложение от Google. И, в принципе, оно работает точно с той же самой функцией. На большинстве андроидов это приложение есть. Если нет, то на второй телефон тоже скачиваем это приложение. Причем можно скачать и на iPhone. Дальше справа снизу нажимаем на кнопочку «Обмен». И давайте на нашей Nokia я нажму «Получить». И ждем, пока у нас загрузится на нашем Samsung. Открываем на Samsung. И на Samsung даем, конечно, все разрешения, которые приложение запрашивает. Возвращаемся, нажимаем справа снизу на «Обмен» и нажимаем здесь «Отправить». Даем снова все разрешения, которые приложение запрашивает. Как-то его называем и нажимаем «Далее». Сейчас, смотрите, если у вас вот такое вот меню, скорее всего, у вас не сработает. Надо перезайти в приложение, или там не то, что не сработает, нужно будет очень много ждать. Вот, теперь нажимаем «Отправить» и выбираем нужные нам файлы. К примеру, давайте вот те же фотки выберем. Нажимаем «Отправить». И ждем. Сейчас телефон увидел другой телефон, нажимаем «Отправить». И здесь нажимаем «Принять». Не уверен, что... Ага, да, даже перекинулись файлы. Я думал, что ошибка могла выскочить из-за того, что у меня здесь фотографии в режиме «Hate», и, возможно, этот телефон таких не поддерживает, но нет, вот все. Буквально за полсекунды все перекинулось. При помощи приложения «Files» это срабатывает быстрее, плюс это в приложении как-то поудобнее делается. Ну, в общем-то, можно и без него сделать. Думаю, вы понимаете, о чем я. На этом моменте мы будем заканчивать. Больше видео об этом телефоне, о Samsung, да и о Nokia, в принципе, тоже. Можете посмотреть у нас на канале. А если у вас остались какие-то вопросы, то смело задавайте их в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!